ребята. Невероятно счастливый человек. О, белка! Белочка! Так, тем более тогда. У меня сегодня настроение для говорящей головы. Оставлю здесь окошечко с вопросами, буду на них вам потихонечку отвечать. Потом меня настолько давно не было в Инстаграме, я уже забыла, когда в последний раз улыбалась вам. Это так мило. Спасибо большое. Я очень жду поездку нашу в Петербург, милая. На данный момент это мои самые любимые очки. Я уже месяц, наверное, ношу только их исключительно. Купила в Дубае перед отлетом. Ну, буквально к любому образу, девочки. Нет, ребята, я не преподаю фортепиано, но... Знаете ли, я тут недавно узнавала цены на репетиторов в Москве, и я обалдела от жизни. По-другому не могу сказать. Может быть, стоит начать преподавать, действительно. Пока еще сижу в парке, хочу с вами кое-чем поделиться. Некой проблемой, которую я в себе нашла, переехав в Москву. Я живу здесь уже 9 дней. Я уже успела походить по магазинам, посмотреть местные бренды, походить в ресторанчики. И что я поняла? Я поняла то, что мне сложно тратить рубли. Я думаю, люди, которые живут за границей, меня сейчас поймут. К примеру, мы сидим в ресторане, счет 10 тысяч рублей. Казалось бы, ну, это немного, там, для патриков это вообще немного. Но внутри меня мой, как это сказать, экономист, да, переданный мне от дедушки, которая заставляла меня выключать свет все детство в туалете. Ладно, не суть важна. Я смотрю, думаю, что 10 тысяч рублей, за что? Мы даже не наелись. Короче, тем временем в Дубае $500 счет изи вообще.